специалисты молодой гвардии. Проводим мониторинг аптек на наличие препарата. Скажите, пожалуйста, противовирусный у вас есть наличие? Да. Именно. Иммуноглобулин, человек нормальный. Иммуноглобулин вообще не было никогда. В соответствии с законом о защите прав потребителей, вы обязаны мне предоставить информацию, раскрыть. Если вы мне сейчас не раскроете, вас привлекут к штрафу 3000 рублей, Роспотребнадзор. Вы мне отказываетесь оказать услугу? Какую я вам услугу отказываю? Предоставить информацию о тех лекарствах, которые я хочу вас купить. Спрашивайте. Вот. Придете заведующий, будете снимать. А заведующий сейчас можно связаться какой-то? Сейчас нет. Нет, нам информацию стоит, давайте сейчас. И связываемся. Иммуноглобулин человек дальше. Нет. Хорошо, дальше. Фавипиравир, либо аналоги. Тоже нету. Здесь тут вообще ничего нет. Антибиотики. Азитромицин есть? Есть. Левофлоксацин? Есть. Реамиловир? Нет. Нету? Гидроксихлорохин? Да. Есть. По антибиотикам. Азитромицин? Есть. Хорошо. Фавипиравир? А? Фавипиравир? Нет. Реамиловир? Аналоги.